Исторический центр Ульяновска интересен своей многоликостью. Здание царской эпохи соседствует с представителями советского модернизма. Туристы охотно исследуют местные красоты, ставшие уже привычными для ульяновцев. Научные сотрудники культурного фонда имени Ивана Александровича Гончарова создали проект специально для слабовидящих людей. С его помощью они смогут изучить архитектуру тактильно. Макеты Ленинского мемориального комплекса, панорамы центральных улиц. Эти экспонаты в будущем экскурсоводы возьмут с собой на тематические мероприятия. Это будет первая в нашем городе пешеходная экскурсия для слепых и слабовидящих экскурсантов. А наша заявка стала победителем во втором конкурсе фонда президентских грантов в 2023 году. И в этом году мы начинаем полноценную ее реализацию. Экспонаты сделаны из легкого пластика. Их легко можно взять с собой на выездную экскурсию. В мельчайших подробностях каждый элемент архитектуры тщательно проработан. Тактильная станция центра города подписана шрифтом Брайля. Названия улиц легко читаются слабовидящими людьми. Также в экспозиции представлены образцы отделочных материалов, которые использовались при строительстве Ленинского мемориального комплекса. Это гранит, мрамор и песчаник. Наши инвалиды по зрению смогут более полно воспринимать и составлять в голове картинку нашего города, улиц, объектов, культурного наследия. Как сообщают авторы проекта «Город на венце. Новый взгляд», в этом году запланировано проведение 30 пешеходных экскурсий, 16 выездных экскурсий в 8 районах области и 4 тематические прогулки по городу. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.